Мы пишем, звук идет. Я уже забыл, как это делается. Погнали. Окей, я в Москве только что пришел из клиники, мне сняли швы. Я безумно счастлив, и поэтому вот вам новый влог. Стоп, почему я в Москве? Какая клиника? И что у меня на голове? Это история о моих ушах. С детства у меня были оттопыренные уши. В медицине это называется врожденная лопоухость. Но на практике я выглядел как-то так. Или точнее вот так. Милый малец, подумали вы. Однако дети – существа агрессивные, и обычно всех ушастых дразнят. К счастью, я был агрессивнее остальных, а еще профессионально занимался борьбой. Я носил спортивную стрижку, разбивал об голову шифер и занимал первые места на всех чемпионатах по борьбе. Меня называли гоблин, а другие дети предпочитали не выражаться относительно недостатков моей внешности. Проблема была в другом. Со мной попросту не играли. Я рос отчасти гадким утенком, наедине с самим собой, однако, повзрослев, осознал, что именно одиночество в детстве заложило во мне основы самостоятельности и умения саморазвиваться. Да что я несу? У меня всегда было полно друзей, а еще два родных брата, поэтому одним я не был никогда. Потом я вырос, начал заниматься экстремальными видами спорта, отрастил волосы, нравился девчонкам, и все вроде наладилось, но... Проблема никуда не ушла. Я смирился со своими ушами, перестал чувствовать какие-либо комплексы, стал больше фотографироваться, и это было реальной проблемой для меня – сделать так, чтобы уши не торчали на фотках. Вы посмотрите только на мои паспорта. Полный пиздец. Впервые я задумался об операции около года назад. Мы тогда общались с братом по скайпу, и тема случайно коснулась ушей. Сэм, а почему бы тебе не сделать операцию? Спросил он. Я еще не встречал вопроса, ответ на который не знает Google. Поэтому я отправился туда. Мне нужно было знать название, чтобы не казаться идиотом в клинике, процесс, реабилитацию и, конечно же, стоимость. И когда я уже знал все, на уме вертелся лишь один вопрос. Почему я не сделал этого раньше? И... Я пошел и сделал операцию. Так-то лучше. Короче, не знаю почему, но у меня весь вечер течет кровь из ушей. Врач сказал мне не пить алкоголь, может, все из-за этого. She's like a man.